Здравствуй, Эстония! Я София Воловик, президент AGT, и мы с ребятами записали это видео, чтобы показать, насколько сильно мы хотим видеть Эстонию в наших рядах. Почему Эстония должна стать частью AGT? Потому что, во-первых, там очень много крутых и интересных ребят. В первую очередь на VIU я познакомилась с Никитой, который показывает нереально крутые фокусы. Привет! С Алексом, у которого очень крутые волосы. Я их в этот раз не потрогала, но я надеюсь, я потрогаю их в следующий, когда мы еще встретимся на каких-то из конференций AGT. И наверняка в Эстонии и вообще в странах Балтики есть еще куча таких же интересных ребят, которые просто обязаны стать частью нашей большой семьи AGT и привнести туда что-то новое и крутое. Я хочу, чтобы Эстония присоединилась к AGT, я хочу больше общения и больше новых людей. Я хочу, чтобы Эстония была включена в состав AGT, потому что это очень будет круто, чем больше людей, тем лучше. Больше идей, больше новых идей и больше развития. Я хочу, чтобы Эстония присоединилась к AGT, потому что это возможность встретиться с новыми людьми, возможность узнать, как живут подростки в Эстонии. Я считаю, что Эстония должна присоединиться к составу AGT, чтобы увеличить количество стран и, соответственно, подростков. Это поможет ребятам, которые уже были в AGT и будут, узнать больше о странах и городах из Эстонии и поможет общению. Здравствуйте. Я хотела сказать, что эстонцы, они действительно очень прикольные ребята. Они креативные, они веселые, они какие-то простые, с ними легко общаться. И я, когда их увидела, и мы с ними познакомились на конференции BBIU, и когда я их увидела, я поняла, что они действительно обязаны просто вступить в AGT и быть вместе с нами, потому что они стали частью нас, нашей компании. И то, что мы с ними дружим, мне кажется, очень классно, если бы мы могли бы с ними еще просто так увидеться на конференциях AGT. Привет! Почему я хочу, чтобы Эстония присоединилась к AGT? Ну, во-первых, у нас с ними один общий язык. Во-вторых, все должны присоединяться к AGT. А в-третьих, ну, они наш братский народ. Я хочу, чтобы была возможность у подростков из Эстонии присоединиться к AGT. Мне бы хотелось, чтобы Эстония стала частью AGT. Ведь AGT – это звено, которое соединяет людей по всему миру. Ведь наша сила в единстве. Я хочу, чтобы Эстония присоединилась к проекту AGT. Я хочу, чтобы Эстония присоединилась к AGT, потому что это возможность познакомиться с новыми людьми. Чтобы Эстония присоединилась к AGT. Я хочу, чтобы Эстония присоединилась к Active Jewish Teens. Привет, я хочу общаться с ребятами из Эстонии.